Это лайф, и мы продолжаем. В ДНР задержали шпионку запрещенной группировки «Правый сектор». На допросе Лилия Коц рассказала, что приехала в Донбасс не случайно. Ее целью был один из военнослужащих армии ДНР, которого она должна была похитить. Кроме того, она призналась, что проходила специальную подготовку в одном из лагерей «Правого сектора», и это задание было своеобразным обрядом крещения. Я познакомилась с военнослужащим Димой, с которым общалась на протяжении 20-30 дней. По заданию Чекана я прибыла в Донецкую Народную Республику. Там я должна была встретиться с Димой, провести с ним встречу в увеселительном заведении, подсыпать ему клофелин и позвонить по номеру, который мне дали, как будто социальное такси.